Северное лето выходит на финишную прямую, но торговая сеть «Евророс» и компания «Пепси» дают шанс его продлить. Акция «Чемоданное настроение», стимулирующая лотерея, которая проводилась во всех магазинах последний месяц. Пришло время подвести итоги. Большинство собравшихся в выходной день возле гипермаркета «Твой» в отпуск в этом году не ездили, зато регулярно покупали продукты в местных супермаркетах. Жаркое лето – повод для приобретения прохладительных напитков, а сохраненные чеки – шанс погреться осенью. В течение месяца наши покупатели принимали участие в стимулирующей лотерее «Чемоданное настроение». Для этого необходимо было приобрести любые продукты на сумму от 399 рублей, включая продукцию компании «Пепси 375» и «Сок фруктовый сад». И таким образом они получили шанс вот так вот предстоящей осенью получить билеты в лето, еще раз почувствовать это чемоданное настроение в предстоящем холодном сентябре. Все честно, все видели, как купоны закидывались в куб. Дети никого не обманут, соответственно, выбирают случайным образом победителя. Вот так, все честно и все на ваших глазах. Помимо двух главных подарков – путевок на 100 тысяч рублей, разыгрывались и другие – сертификаты на авиаперелеты и туристическое снаряжение. Многим выпало сразу несколько. Мы пришли сюда вдвоем с женой. Всего у нас 19 купонов, из них уже 4 выиграны. Оксана приехала на розыгрыш в Мурманск из Мончегорска, а в октябре полетит с мужем за границу. Первый раз выиграла здесь. Первый раз выиграли. Участвовала уже 3 раза. Главные триумфаторы, получившие путевки на 100 тысяч рублей, участвовали в акции первый раз и, по сути, случайно. Молодой человек уговорил в Евроросе купить эти продукты. Купила, получила купон и выиграла. Куда полетят, победители пока не признаются, но у них есть время подумать. А те, кому не повезло в этот раз, могут попытаться еще раз. Евророс проводит подобные розыгрыши регулярно. Единственное условие, необходимое для победы – участие.